Приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу поделиться с вами тем, как я делаю маковую начинку для любой сладкой выпечки. Не за горами светлый праздник Пасхи. И многие из вас, дорогие хозяюшки, делают не просто куличи, а куличики с начинками, чтобы было и к празднику, и вкусно, и разнообразно. Маковая начинка, приготовленная по этому рецепту, получается более нежная, не грубая, если можно так сказать, сладкая и сочная. Что нам потребуется для приготовления маковой начинки, вы сейчас видите на экране. Молоко можно брать любой жирности, повидло также подойдет любое, яблочно-грушевое, персиковое. Добавляем к маку сахар, выливаем молоко и ставим сотейник с маком на плиту. Доводим молоко с маком и сахаром до кипения, постоянно помешивая лопаткой мак, чтобы он не пригорел ко дну. Держим сотейник на небольшом огне до тех пор, пока не выпарится вся жидкость. Теперь перекладываем мак в чашу и пробиваем его погружным блендером, измельчая на более мелкие крупинки. Но это можно сделать и обыкновенным блендером. Осталось добавить столовую ложку джема или повидла, и маковая начинка готова. Как я и говорила выше, выпечка с такой начинкой получается более нежной, не сухой, сладкой и очень вкусной. Надеюсь, что вам понравился мой рецепт. На моем канале еще очень много различных и вкусных рецептов. Кому интересно, заходите в гости, подписывайтесь. Приветствуются комментарии, лайки, ссылки в соцсети. А я желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита. Пока-пока!